Бра – территория спорта для людей с ограниченными возможностями. Более 3500 человек с инвалидностью, в том числе 755 детей, активно занимаются физической культурой и спортом. В ноябре 2006 года в Ханты-Мансийске было создано бюджетное учреждение Югры – Центр спорта инвалидов. Руководитель центра – депутат окружной думы Эдуард Исаков. Один из родоначальников развития адаптивного спорта в Югре. Окружной центр спорта инвалидов развивает 38 видов спорта по паралимпийскому, сурдлимпийскому направлению и направлению специальной олимпиады. Впереди у нас зимние паралимпийские игры Сочи 2014, в основном в составе сборной команды России. Пятеро наших спортсменов – это 3 слэш-хоккеиста и 2 лыжника. Основное направление деятельности центра – обеспечение круглогодичной специализированной спортивной подготовки спортсменов-инвалидов по паралимпийским видам спорта. На высоком современном уровне организованы перспективное и текущее планирование этой подготовки, учебно-тренировочная и соревновательная деятельность спортсменов, выявление и отбор перспективных спортсменов. На паралимпийских играх Лондон 2012 Югру в составе сборной команды России представили 2 легкоатлета. Заслуженный мастер спорта России Алексей Ашапатов и мастер спорта международного класса России, чемпионка Европы и мира Ольга Сергиенко. Алексей Ашапатов завоевал 2 золотые медали, установив мировой рекорд в метании диска и паралимпийский рекорд в толкании ядра. В результате, учитывая достижения на Паралимпиаде Пекин 2008, Алексей стал 4-кратным чемпионом паралимпийских игр. Эту победу я посвящаю своей дочери, которая у меня вот недавно родилась. Настенька, для тебя. Каждый житель Югры имеет возможность вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. Чем больше ты спортсмен, тем меньше инвалид.